Okay, we can begin. Yes, Gurudev, we can begin. I think devotees will join. Okay, mantra to Omagyana Damaranda Patitanam pavanebhyo Vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Now we're reading the Sri Ishopanishad, so today we're on mantra number 15. Сегодня мы читаем Шри Шипанишат, начинаем на 15-ю. Хранмаена патрена сатьяся пихитам мукам татвам пушан апаврану. Satya Dharma Yadristaye. Translation. Гурдида. Хари Кришна. Перевод. О мой Господь, поддерживающий все живое, твой истинный лик скрыт твоим ослепительным сиянием. Удали же этот покров и яви себя твоему чистому преданному. Okay. Purport. First paragraph. Комментарий. В Бхагавадгите 14.27 Господь описывает ослепительное сияние своего тела, Рамаджьоти, следующим образом. Брахманахи пратиштхахам амтасья вьясья амтасья вьясья ча шашватасья ча дхармасья сукхасья кантикасья ча. Я – основа безличного брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть средоточие высшего изначального блаженства. Брахман, параматма и Бхагаван – это три аспекта одной и той же абсолютной истины. Начинающим легче постичь брахман. Параматма – сверхдуша – это аспект абсолютной истины. Абсолютная истина, доступная духовно развитым людям. Осознание Бхагавана является высшей ступенью постижения абсолютной истины. Это подтверждается в Бхагавадгите 7 главе 7 стих, где Господь Кришна говорит, что Он – высшее проявление абсолютной истины. Матах паратарам наньят. Следовательно, Кришна является источником и Брамаджоти, и всепроникающей параматмы. Maharashila, read the verse from Bhagavad Gita 10.42 and translation. I'll stop here. Yeah, I keep reading. Далее в Бхагавад Гите 10.42 Кришна говорит: Адхава бахунайте на кимняте на таварджунам виштабхиям идам критстам экамшинас хито джагат. Но зачем тебе, о Арджуна, знать все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. Таким образом, с помощью одной из своих полных частей, всепроникающей параматмы, Господь поддерживает все материальное космическое творение. В духовном мире все сущее также держится на Господе. Поэтому в данной шрути мантре Шри Шипанишад Господа называют Пушан, что значит поддерживающий все сущее. Хари Кришна. Okay. So this is a very important verse in the Sri Ishopanishad. Итак, это очень важный стих Шри Шипанишад. So Lord Krishna is described, a prayer is being offered. You can see the prayer. They're offering a prayer, saying, "Oh my Lord." So it's a prayer which is being offered by the devotee praying to the Lord that he wants to see the form of the Lord. Мы видим, что здесь это обращение к Господу. О мой Господь, то есть преданный. Молит Господа о том, чтобы Он открыл ему свою форму. And in the prayer he's mentioning that I cannot see your face because it's covered by the effulgence
a dazzling light, a dazzling effulgence, so I'm not able to see your face. И в молитве упоминается, преданный говорит, что я не могу увидеть твое лицо, так как оно скрыто ослепительным сиянием. So the devotee prays to the Lord that please remove that covering and let me see your real face, your face, your features. И преданный молится, Господи, пожалуйста, удали это сияние. Позволь мне видеть твое лицо, твои черты. So Prabhupada begins the purport by explaining how the absolute truth is understood in three different ways. И Шрила Прабхупада начинает свой комментарий о том, как абсолютную истину можно понять на трех разных уровнях. Yeah, this is mentioned in the Srimad Bhagavatam in the first canto, second chapter. И это упоминается также в Шримад Бхагаватам, в первой песне, во второй главе. Yeah, there it says Vedanti tat tat vam vidas tat vam yat gyanam advayam brahmiti paramatmiti bhagavan iti shabyate. Learned transcendentalists, in other words, yogis, great spiritualist devotees, they know the absolute truth in three different ways. They know it as Brahman, as Paramatma, and as Bhagavan. Там говорится о том, что ученые трансценденталисты, другими словами, йоги или преданные понимают абсолютную истину в трех аспектах: Брахман, Параматма и Бхагаван. So then Prabhupada quotes Lord Krishna's references to these different features in the Bhagavad Gita. И затем Шрила Прабхупада цитирует Кришну, он приводит цитаты из Бхагавад Гиты, как он описывает эти разные аспекты. Yeah, from the 14th chapter, Lord Krishna had said that he is the basis of the impersonal Brahman. И в 14 главе Господь Кришна объясняет, что он основа безличного Брахмана. In other words, the Brahman comes from Krishna. It's not that Krishna comes from the Brahman, but the Brahman comes from Krishna. И мне объясняется, что Брахман исходит. Другими словами, это значит, что Брахман исходит из Кришны, а не Кришна из Брахмана. And then Prabhupada refers also to Bhagavad Gita 7th chapter, where Krishna said, there is no truth superior to him. И затем Шрила Прабхупада ссылается на 7 главу Бхагавад Гиты, где Кришна говорит, что нет истины превыше его. In other words, Krishna is the feature of Bhagavan is the supreme aspect of Krishna, of the absolute truth. Другими словами, Кришна говорит, что Бхагаван — это высшая ступень постижения абсолютной истины. And then Prabhupada refers to the 10th chapter of the Bhagavad Gita, where Lord Krishna said, it describes his Paramatma feature. Затем Прабхупада ссылается на 10 главу Бхагавад Гиты, где Кришна описывает Параматму. Yeah, at the end of the 10th chapter. First of all, in the 10th chapter, Krishna had described many different opulences of his. В конце 10 главы Кришна описал могущество, которым он обладает. Krishna was saying of the rivers, he is the Ganga. Он описывается достояние и говорит, что из рек он Ганга. And of beasts among the jungle, he is the lion. И среди зверей в джунглях он является львом. In the mountains, he is Meru. Среди гор он Меру. So like this, Lord Krishna was describing many of his features.
Таким образом, Господь Кришна описывает множество своих достояний. But then at the end of the chapter, Lord Krishna said, you don't need all this knowledge. He said, because just by a single particle, a single fragment of myself, I support the entire creation. Но в конце 10 главы Кришна говорит, что тебе не нужно это все знание, просто одной своей части я поддерживаю все материальное существование. So that person that was actually Lord Krishna himself, the Bhagavan feature. Oh no, that's Krishna's Paramatma feature that's pervading everything and supporting everything. This is the Paramatma. И таким образом Кришна описывает параматму, которая проникает везде, все проникающие параматмы. So go ahead, read the next paragraph. Шри Кришна, личность Бога, всегда исполнен трансцендентного блаженства. Ананда Майя Бхасад. Когда 5000 лет тому назад Кришна жил во Вриндаване, он все время с самого начала своих игр пребывал в трансцендентном блаженстве. Убийство различных демонов, таких как Акха, Бака, Путана и Праламба, было для него всего лишь приятным развлечением. Он наслаждался со своей матерью, братом, друзьями, живя в своей деревне. И когда он играл роль шаловливого воришки масла, все окружающие испытывали небесное блаженство от его проказ. Господа называют воришкой масла не для того, чтобы упрекнуть его, поскольку, воруя масло, он одаривал своих чистых преданных блаженством. Все, что Господь делал во Вриндаване, Он делал ради того, чтобы доставить наслаждение окружающим Его преданным. Господь явил свои игры, чтобы привлечь к себе внимание тех, кто стремится найти абсолютную истину, спекулятивных философов и акробатов, занимающихся так называемой хатха-йогой. Кришна. All right. So Prabhupada is now describing about the features of Lord Krishna. How his body is always full of bliss. Далее Прабхупада описывает качество Господа Кришны, как его тело полное блаженства. And his, of course, the form of Lord Krishna, his body is not material, it's a spiritual, he has a spiritual body. So it's eternal, full of bliss and also knowledge. И, конечно же, форма Господа Кришны, его тело, оно не является материальным. Его тело духовно. Оно вечно полно знания, исполнено знания и блаженства. And Prabhupada describes how Lord Krishna was always in bliss from his appearance in the world, even when he's fighting with so many demons. It was just bliss for him. It was not a great anxiety. И здесь описывается в том, как Господь Кришна всегда пребывает в блаженстве. С самого своего появления в материальном мире, даже сражаясь с демонами, это не является для него каким-то беспокойством. Он испытывает блаженство. And we know, of course, Krishna as a young boy, young baby, first of all, he killed Putana, and then later he's a young boy going to the, he had to deal with demons like Aga and Baka. И мы знаем, что Кришна, будучи младенцем, убил Путану, затем во старше он сражался с такими демонами, как Бака и Акха. But Prabhupada said this was, it was just a game for Lord Krishna, it was just fun for him. И Прабхупада говорит, что это всего лишь развлечение для Кришны, это игра для него, забава. Lord Krishna enjoys the past, these pastimes, fighting with the demons. It's pleasure, fun for him. Господь Кришна наслаждается, сражаясь с демонами. Для него это удовольствие, развлечение. And then Prabhupada brings up how Lord Krishna is famous for stealing butter. Далее Прабхупада говорит о том, что Кришна известен как воришка масла. And Prabhupada explains that there's no fault in him stealing butter.
И Прабхупада объясняет, что нет ничего плохого в том, что он ворует масло. He is the Supreme Lord, so everything belongs to him. Он Верховный Господь, все принадлежит ему. But he's playing the part of an ordinary person. Он играет роль обычного человека. So, Prabhupada says that when he's stealing the butter, it's for the purpose of giving pleasure to his devotees, that the devotees, they're happy to see Krishna stealing the butter. И Прабхупада объясняет, что он крал масло ради своих преданных, чтобы доставить своим преданным удовольствие. And there's another reason Srila Prabhupada gives. He says that Lord Krishna does these things, like stealing butter, just to attract the other people who are not devotees, to attract them to devotional service. И другая причина, которая объясняет то, что Господь воровал масло и делал все это чтобы привлечь внимание других людей, непреданных, чтобы привлечь их внимание к преданному служению. Okay, so go ahead, read the next paragraph. В Шримад Бхагаватам 10.12.11 Шукадева Госвами так описывает детские игры Господа и его друзей-пастушков. Верховный Господь – личность Бога, которого гьяни постигают как безличный, исполненный блаженства Брахман, которому преданные поклоняются как Всевышнему, смиренно служа ему, и которого мирские люди считают обыкновенным человеком, играл с мальчиками-пастушками, которые получили такую возможность, совершив великое множество благочестивых поступков. Хари Кришна. So, Srila Prabhupada is now telling us about Lord Krishna, how he was playing with the cowherd boys. Итак, что Прабхупада говорит нам о том, как Господь Кришна играл с своими друзьями-пастушками. And Lord Krishna is playing that all of these cowherd boys are very special souls who had performed pious activities over many lifetimes. Эти пастушки являются очень благочестивыми душами, которые на протяжении многих жизней совершали благочестивые поступки. Это особые души. So because of all their pious activities in the past, they're now able to enjoy the association of Lord Krishna. И так как они в прошлом совершали много благочестивых поступков, сейчас они могут наслаждаться обществом Кришны. And that same Lord Krishna, he is understood by the gyanis. For the gyanis, the mental speculators and yogis, they understand Lord Krishna to be impersonal knowledge. И гьяни постигают безличный брахман, постигают Господа как безличный брахман, безличное знание. But the devotees will worship Lord Krishna in the mood of being servants. Но преданные поклоняются Господу Кришне в умонастроении слуги. And the devotees, they simply see Lord Krishna playing like an ordinary boy, playing with the other cowherd boys, just like children. И преданные видят Кришну, видят, что Кришна, как обычный ребенок, играет с пастушками. So it's bewildering for people to see Lord Krishna, who's supposed to be the Supreme Absolute Truth, that he can behave like a little child. И людей сбивает это с толку, что Господь, который должен вести себя как абсолютная истина,
играет, как маленький ребенок. But this is the nature of the Lord's pastimes. They're transcendental. Но это природа игр Господа, они трансцендентны. Okay. Read more. Итак, Господь постоянно занят трансцендентной деятельностью со своими духовными спутниками, с которыми его связывают любовные отношения шанты, нейтралитета, дасьи, служения, сакхи, дружбы, ватсальи, родительской любви и мадхурьи, супружеской любви. Next paragraph. So, okay, yeah. So Krishna is always performing pastimes with different devotees, not only the cowherd boys. И Господь Кришна всегда в окружении своих преданных, не только пастушков. And Prabhupada mentions how there's different rasas, like Santa Rasa. Прабхупада упоминает здесь различные виды рас, например, Шантара. Santa Rasa's neutrality, it means they appreciate the beauty of Krishna, but they don't engage in any service. They don't do any service. Шантараса означает нейтралитет. Преданные в Шантарасе, они ценят красоту Кришны, но они не занимаются никаким преданным служением. And there's other devotees, like Krishna's parents, and then the gopis, who are in conjugal love. Есть другие преданные, например, родители Кришны и гопи, которые находятся в супружеской любви. Go ahead. В Писании сказано, что Господь никогда не покидает Вриндаван Дхаму. Поэтому резонно задать вопрос, каким образом Он управляет делами творения? Ответ на этот вопрос дает Бхагавадгита 13, 14, 18. Параматма, полная часть Господа или сверхдуша, пронизывает все материальное творение. Сам Господь не принимает участие в созидании, сохранении и разрушении материального мира. Но в образе своей полной экспансии параматмы Он является причиной всего происходящего в мире. Каждое живое существо является атмой, душой, но параматма, сверхдуша, это высшая атма, которая управляет всеми индивидуальными душами. Hare Krishna. So Srila Prabhupada raises the question that Krishna never goes away from Vrindavan, but still it's said that he's doing everything. Итак, Прабхупада поднимает здесь вопрос. Кришна, он никогда не покидает Вриндаван, но в то же время говорится, что Кришна управляет всем. So he's responsible for the creation, the whole material world. It's created by him. He's responsible for it. Hare Krishna, can you hear me? Guru Dev Mataji is out. Oh. Maybe some problem with the connection. Uh-huh. I think he will, or she will join in a couple of minutes. Hare Krishna. Guru Maharaj, I'm sorry, the connection was lost. I heard that Krishna created everything. He's responsible for the creation. Yes. Господь Кришна, Он ответственен за творение. So how does he do it if he's staying in Vrindavan all the time? So the answer is he does it through Paramatma. Так как же он все это осуществляет, если он не покидает Вриндаван? Ответ такой: через Параматму. Paramatma is his expansion and arranges everything. Параматма является экспансией Кришны, которая организует все. Go ahead. Этот метод достижения Бога – великая наука. Приверженцы материалистической санхья-йоги не идут дальше анализа 24 элементов материального творения и медитации на них. Им практически ничего не известно о Пуруше, Верховном Господе. Трансценденталисты, придерживающиеся имперсоналистических взглядов на природу Абсолюта, просто сбиты с толку ослепительным сиянием Рабаджьоти.
Но тот, кто хочет увидеть абсолютную истину во всей ее полноте, должен сначала подняться над 24 материальными элементами, а затем проникнуть за ее ослепительное сияние. В Шриша Панишат содержится намек на это в молитве об удалении Хираньмая Патры, Хираньмая Патры, ослепительного сияния, скрывающего Господа. Пока этот покров не будет удален, и пока человек не увидит истинный лик Верховной Личности Бога, он не сможет полностью постичь абсолютную истину. So there are different philosophers who try to understand the absolute truth. Итак, существуют разные виды философов, которые пытаются понять абсолютную истину. Oh, so one class of philosophy is the Sankhya philosophy, and the Sankhya's philosophy, they analyze the elements of the material creation, numbering 24. Так существуют разные виды философов. Один из них это Санхья философы. Они изучают элементы материального создания. Их насчитывается 24 штуки. So they spend all their time analyzing the elements of the material world, but they don't know anything about the Purusha, the Lord, who's behind these elements. Так они проводят все свое время, анализируют элементы материального мира, но они ничего не знают о Пурше, который находится выше этого творения. And then you have the transcendentalists, like the impersonalists, who study the Brahmajyoti, who are just attracted by the dazzling effulgence, the light, the Brahmajyoti. А затем идут трансценденталисты, имперсоналисты, которые концентрируются на Брахмаджьоти. Они просто привлечены ослепительным сиянием Брахмаджьоти. So they cannot know also the full feature of the absolute truth. Они также полностью не могут познать абсолютную истину. If we want to know the absolute truth in full, we have to remove this effulgence, this haranmayena patrena, the dazzling covering. I have to remove the light which is covering the body, and then you can see the form of the Lord. Так, если мы хотим познать абсолютную истину во всей ее полноте, то мы должны удалить это ослепительное сияние, которое покрывает Господа. Okay, go ahead. Параматма – аспект личности Бога. Это одна из трех его полных экспансий, или вишну-татв, называемых пуруша-аватарами. Вишну-татва, находящаяся внутри Вселенной, носит имя Кширадакашая-Вишну. Именно этот Вишну является одним из трех главных божеств Вселенной – Брахмы, Вишну и Шивы. Он – всепроникающая параматма, свердуша, пребывающая в сердце каждого живого существа. Вторая вишну-татва во Вселенной – это Гарбхадакашая-Вишну, единая сверхдуша всех живых существ, а над ними стоит Карандакашая-Вишна, возлежащий в причинной океане. Он является творцом всех Вселенной. Серьезные последователи системы йоги могут с ее помощью выйти за пределы сферы 24 элементов мироздания и непосредственно увидеть этих вишну-татв. Изучение эмпирической философии помогает осознать безличное Брахмаджьоти, которое представляет собой ослепительное сияние трансцендентного тела Господа Шри Кришны. То, что Брахмаджьоти – это сияние, исходящее от Кришны, подтверждается в таких ведических писаниях, как Бхагавадгита 14.27 и Брахма Самхита 5.40. Яся прабха прабха вато джагаданда коти котиш вашеша васудхани випхути пхинам тат брахманишкала манам тамашеша бутам. В миллионах и миллионах вселенных находятся бесчисленные планеты, на каждой из которых уникальные условия жизни. И все эти планеты расположены в одном уголке Брахмаджьоти. Это Брахмаджьоти является излучением Верховной Личности Бога, Говинды, которому я поклоняюсь. В этой мантре Брахма Самхиты отражено зрелое понимание абсолютной истины. А в обсуждаемой нами Шрути мантре
Шришупанишад описана промежуточная ступень на пути к более глубокому пониманию, запечатленному в Брахма-самхите. Данная мантра Шришупанишад — простая молитва, обращенная к Господу, в которой ее просят удалить покров Брахма-джьоти и открыть свое истинное лицо. Сияние Брахма-джьоти подобно описано в нескольких мантрах Мундака-упанишад. Long paragraph. Shall we finish this paragraph? Yeah, okay, we'll go through that because it's quite a lot there. Let's go through it before you go on. So the Paramatma is one of the expansions of Lord Krishna. Параматма является одной из экспансий Господа Кришны. And it's mentioned that the Paramatma has three different expansions. И также упоминается три разных экспансии Параматмы. And these are all the Purusha avatars. И все это является Пуруша аватарами. They do the work of the creation. Они осуществляют создание. You have, first of all, you have Mahavishnu or Karanadakshay Vishnu laying in the causal ocean. Сначала идет Махавишну или Карандакшай Вишну, который возлежит на водах причинного океана. And then you have the Garbhadakshay Vishnu, who is the form of Vishnu who enters into the universe and from whom the lotus flower grows, and then Lord Brahma comes out. А затем идет Гарбхадакшая Вишну, который входит во все вселенные, и из чего пупка вырастает лотос, на котором появляется Брахма. And you have also the Shirodakshaya Vishnu, which is the Paramatma feature also in the universe. И дальше идет Кширадакшая Вишна, который также обладает характеристиками. Это также Параматма. Shirodakshaya Vishnu is Prabhupada mentions he's among the three deities in the material world. You have Brahma, Vishnu and Shiva. So that Vishnu, that is Shirodakshaya Vishnu. Этот Shirodakshaya Vishnu упоминает Прабхупада, является одним из трех главных божеств Вселенной, Брахмы, Вишну и Шивы. И это Shirodakshaya Vishnu является этим Вишну. And that Shirodakshaya Vishnu, that is the Paramatma who's in the heart of every living entity. Этот Shirodakshaya Vishnu является Параматмой, который пребывает в сердце каждого живого существа. So the yoga system teaches people how to understand these Purusha avatars. Итак, система йоги обучает людей тому, как понять эти пуруша-аватары. And how to go beyond the 24 elements of the material creation. И как подняться над этими 24 элементами материального творения. Usually, people who study philosophy, they only can go as high as the impersonal Brahma-jyoti. И обычно люди, которые изучают философию, они поднимаются до Брахма-джьоти. But that Брахма-джьоти is just the effulgence, it's just the light coming from the body of Krishna. Но это Брахма-джьоти, это всего лишь сияние, исходящее из тела Господа Кришны. And Prabhupada quotes a verse from the Brahma-samhita to support this. И Прабхупада, чтобы подтвердить это, цитирует стих из Брахма-самхиты. The verse says that there are many millions and millions of universes, and in each universe there's many, many, many planets. И в этом стихе говорится, что существует миллионы, миллионы вселенных, и в них находится множество, множество планет, бесчисленное множество планет. And they're all different from each other. И они все отличаются друг от друга. And all of these planets are in the
They're situated in the Brahmajyoti. И все эти планеты находятся в Брахмаджоте. So Prabhupada said this mantra is spoken by Lord Brahma, his realization, Lord Brahma's realization of the absolute truth. И Прабхупада говорит, что эта мантра произнесена Господом Брахмой, который осознал абсолютную истину. So this Ishopanishad mantra is a prayer to Krishna, a prayer to the Lord to remove the effulgence, to remove the Brahmajyoti, so that we can see His feature. И эта мантра Ишопанишад, это молитва Господу с просьбой о том, чтобы Он убрал это сияние Брахмаджоти, чтобы могли увидеть Его черты. And then we're given a description of the Brahmajyoti. Затем дается описание Брахмаджоти. Go ahead. В духовном царстве, лежащем за пределами оболочек материального мира, разлито безграничное сияние Брахмана, не затронутое материальной скверной. Трансценденталисты считают этот ослепительный блеск, белый свет, источником всякого света. В том царстве нет нужды в солнечном и лунном свете, огне или электричестве. Воистину, всякий свет, воспринимаемый в материальном мире, представляет собой всего лишь отблеск этого высшего света. Этот Брахман находится спереди и сзади, на севере, на юге, на востоке и на западе, а также сверху и снизу. Иначе говоря, высшее сияние Брахмана заливает и материальное, и духовное небо. I just have read the translation of the verse from Mundaka Upanishad. Right. Okay, so the Brahmajyoti is described that how in the spiritual realm, spirit in the spiritual world, there is the unlimited Brahman effulgence. Здесь описывается Брахмаджоти, говорится, что в духовном мире безграничное это сияние. Духовный мир залит этим безграничным сиянием. And that Brahmajyoti light is without any contamination. It's free of all contamination. И этот свет Брахмаджоти, он не осквернен, он свободен от всех загрязнений. So people, the great yogis and philosophers, they know that this light is the light of all lights. Йоги и философы, они знают, что этот свет является светом из всего света. In that light, there's no need of... They don't need any sunlight or electricity because everything is so effulgent. И так как все залито этим сиянием, то не нужно, нет нужды в электричестве, в солнечном или лунном свете. And all the light in the material world is just a reflection of that light from the spiritual world. И весь свет, который существует в материальном мире, это всего лишь отражение, отблеск этого высшего света. And that light is everywhere. All directions. Этот свет распространяется повсюду, на всех направлениях. Both in the material and the spiritual world. Как в материальном, так и в духовных мирах. Go ahead. Совершенное знание — это понимание того, что Кришна является первопричиной сияния Брахмана. Это знание можно получить из таких писаний, как Шримад Бхагаватам, в котором детально изложена наука о Кришне. В Бхагаватам его автор Шрила Вьясадева установил, что разные люди, в зависимости от глубины постижения высшей истины, описывают ее либо как Брахман, либо как Параматму, либо как Бхагавана. Шрила Вьясадева нигде не говорит, что высшая истина является дживой, обыкновенным живым существом. Живое существо ни в коем случае не следует считать всемогущей высшей истиной. Будь живое существо Всевышним, ему не нужно было бы молить Господа, чтобы он удалил свой ослепительный сверкающий покров и позволил увидеть его истинное лицо. Hare Krishna. All right. So
Prabhupada explains how this, that Krishna is the source of the Brahman, is that information is presented in authorized scriptures like Srimad Bhagavatam. И Шрилупада объясняет здесь, что Кришна является источником Брахмана. Это утверждение подтверждает такими священными писаниями, как Шримад Бхагаватам. And the living entity is never equal to the supreme absolute truth. The living entity is the jiva, and he's not equal to God. И живое существо не является равным верховной личности Бога, абсолютной истине. But we see from this verse, we learn from this verse that the devotee is praying to the Lord to remove the covering. И мы узнаем из этого стиха, что преданные молятся Господу, чтобы Он удалил свое сияние, этот покров. So this shows us that there's the supreme and there's the ordinary living entities. There's a difference. Это указывает на разницу между верховным Господом и живым существом. Go ahead. Подводя итог, можно сказать, что безличный Брахман осознает тот, кто ничего не знает об энергиях высшей истины. Тот, кто имеет представление о материальных энергиях Господа, но ничего или почти ничего не знает о духовной энергии, осознает Параматму. Таким образом, осознание Брахмана и осознание Параматмы – это частичное осознание абсолютной истины. Однако, когда спадает покров Хирань Майи, и человек осознает Шри Кришну, верховную личность Бога, вместе со всеми его энергиями, то он понимает, что Господь Шри Кришна, которого называют Васудевой, есть все – Брахман, Параматма и Бхагаван. Васудевам Сарвамути. Он – Бхагаван, корень дерева, а Брахман и Параматма – его ветви. Хари Кришна. Okay. So, if we know, if we don't know the supreme absolute truth, people often simply come to know only the Brahman. They're not able to understand the full features of the absolute truth, and they think that the supreme truth is simply Brahman. Итак, если мы не знаем, не познали абсолютную истину, мы будем думать, что абсолютная истина – это Брахман. And if somebody understands the material potencies of the Lord, but doesn't know about the spiritual potencies, then that will just be like Paramatma realization. И другие знают, познали материальную энергию Господа, но не познали духовную энергию Господа. Это является как бы постижением уровня параматмы. But if we understand the Lord in full potency, then you know that Krishna is everything. Но если мы познали Господа во всей его полноте, мы осознаем, что Кришна везде. In order to know, of course, Krishna, we have to get rid of that effulgence, that Hiranmayena Patra, that light, that dazzling effulgence has to be removed. And then we can see the real feature of Krishna in full. Чтобы познать Кришну, нам нужно удалить это ослепительное сияние, чтобы познать его черты и познать его в полной форме. And we'll know all the features, both Brahman, Paramatma and Bhagavan. Понять все его качества, понять все его аспекты, Брахман, Параматма и Бхагаван. And the Bhagavan is the root, and the others, like Brahman and Paramatma, they are the branches coming from the root. Bhagavan – это корень. Brahman и Paramatma являются его ветвями, которые вырастают из корня. Go ahead. В Бхагавад-гите 6.46-47 проводится сравнительный анализ
трех типов трансценденталистов. Те, кто поклоняется безличному Браману – Гьяни, те, кто поклоняется Параматме – Йоги, и преданный Господу Шри Кришне – Бхакти. Там сказано, что Гьяни, изучающие ведическую мудрость, лучше обыкновенных корней, что йоги стоят даже выше Гьяни, а те из йогов, которые отдают все свои силы служению Господу, являются самыми лучшими. Иными словами, философ лучше того, кто работает ради наслаждения плодами своего труда. Мистик лучше философа, а из всех йогов-мистиков лучше всех тот, кто следует путем бхакти-йоги, постоянно занимаясь служением Господу. И Шри Шупанишат открывает нам путь к этому совершенству. Hare Krishna, the end of purport. So there are three different kinds of transcendentalists. They're all transcendentalists. They've all gone beyond the material energy. And there's three different levels of transcendentalists. One is called the Jnani, one is called the Yogi, and the other is called the Devotee. Итак, существует три типа трансценденталистов. Они все являются трансценденталистами, так как они поднимаются над материальной энергией. Существует три вида. Это Jnani, Йоги и преданные. So the Jnanis, they study the Vedas, they've got Vedic knowledge, so they're better than the ordinary Karmi, who's just a worker. Jnani, они изучают Веды, ведическое знание. И они считаются лучше простых Карми, которые просто трудятся. But the Yogis are even greater than the Jnanis. Но йоги считаются даже превосходящими Jnani. The yogis they've realized the supreme in everything. Йоги они осознают, что Господь пребывает везде. But the best of all the yogis is the devotee, because the devotee is engaged fully in the service of Lord Krishna. Но лучше йогов считаются преданными, потому что преданные заняты преданным служением Господу Кришне. All right. So this is the end of this chapter. Are there any questions? Итак, это конец этой мантры, этой главы. Есть ли вопросы? Хари Кришна, преданные, есть ли вопросы? Хари Кришна, Диагуру Махарадж. Please accept my humble business, Гуру Шрила Прабхупада. У меня вот есть два вопроса в связи с тем, что вчера был день ухода Шрилы Прабхупады. И вот первый вопрос. Что лично для Махараджа было в Прабхупаде трансцендентного, что позволяло ему считать Прабхупаду великой личностью? So, Гуру Махарадж, yesterday was a disappearance day of Шрила Прабхупада. And due to this topic, I have two questions. So the first one, what was transcendental about Prabhupada for you personally that allowed you to consider him a great personality? Well, I considered him a great personality on the basis of what he achieved, that he'd gone to America in his old age, and he had introduced the message of Krishna, and he had captured the hearts of some wonderful devotees who dedicated themselves to him, to serve him, to help him to distribute the message of Krishna. Хари Кришна, ну, я считаю его величайшей личностью, прежде всего, на основе того, что он добился. Он уехал в Америку в пригодном возрасте, предавал послание Кришны, захватил, завладел сердцами замечательных преданных, которые впоследствии посвятили ему своей жизни и распространению этого послания. Okay.
Thank you, Gurudev. And the second question, how would you describe the feeling of separation from your spiritual master and how to experience this feeling in the right way so as not to fall into sentimentality? По-русски. А, да. Как Гуру Махарадж может описать чувство разлуки с духовным учителем и как его правильно испытывать, чтобы не впадать в сентименты при этом? Well, there's a conversation between Ramananda Rai and Lord Chaitanya. And Lord Chaitanya asks Ramananda Rai, what is the most painful thing in this world? Итак, здесь беседа между Рамананда Раем и Господом Чайтаньей. И Господь Чайтанья спросил его, что является самым болезненным в этом мире. And Ramananda Rai replied that the most painful thing, there's nothing more painful than the separation from the devotee. И Рамананда Рай ответил, что нет ничего более болезненного, чем разлука с преданными. So Srila Prabhupada had been preparing us for his departure. Итак, Шрила Прабхупада, он подготовил нас к своему уходу. Шрила Прабхупада knew his time was limited in this world. But I know myself and most of our other devotees, we didn't think, we considered Prabhupada not to be of this material world. And we didn't think of Prabhupada as just being an ordinary person who takes birth and who dies. Шри Прабхупада говорил о том, подготовил нас к тому, что его время ограничено в этом материальном мире, но мы понимали, что он необычная личность. And certainly it's an offense to think a Vaishnava is somebody who takes birth and dies. И, конечно, это оскорбление думать о вайшнавах как о тех, кто просто, просто рождается и умирает. The Vaishnava lives to spread the holy name. Вайшнавы живут, чтобы распространять духовное знание. Это святое имя. His departure is arranged by Lord Krishna. И хочешь Прабхупады это замысел Господа Кришны. But certainly, when the devotee, when Prabhupada departed, it was very painful, very heartbreaking for us. Ну, конечно, когда Прабхупада ушел, это было очень болезненно. Это разбило наши сердца. And it took a long time for our movement to adjust to Prabhupada not being present. Для нашего движения требовалось много времени, чтобы принять то, что Прабхупады больше нет. But then, more and more, we took shelter of Prabhupada's instructions, and we remember Prabhupada told us that he would live forever by his instructions, by his books. Но затем мы все больше и больше стали принимать прибежище в наставлениях Шрилы Прабхупады. Мы помним, что Прабхупада говорил, что я буду жить вечно в своих книгах. So gradually we adjusted ourselves to focus more on Prabhupada's instructions and associate with Prabhupada through his teachings, through his books, through his recorded lectures. Мы постепенно адаптировались, так сказать, привыкли к тому, чтобы принять прибежище в наставлении Шрилы Прабхупады и общаться с ним посредством его учения, книг и записей. Okay.
Thank you very much, Guru Maharaj. This is my business as Hare Krishna. Next question. Хладини Матаджи, да? Хари Кришна, Гуру Махарадж, дорогие преданные, примите, пожалуйста, поклоны. Спасибо за лекцию. Я хотела такой вопрос задать, уточнить. Получается, что Параматма, ну вот, я слышала, как преданные говорят, Параматма подсказала, а возвышенные преданные, они так не говорят. И вот мне непонятно, получается, Параматма, она в сердце каждого. Но у возвышенного, у него там уже Кришна находится, и он так не говорит, что Параматма подсказала. Возвышенный преданный говорит, что Кришна, да, мне подсказал. Вот, а мы, получается, новички должны говорить, Параматма подсказала. Ну, я вот слышу так. Правильно так вообще такой вывод сделать? Хари Кришна. Hare Krishna Guru Maharaj, dear devotees, please accept my humble obeisances. Thank you very much for the lecture. I heard that some devotees, they sometimes say that Paramatma has told them something. But the devotee of high level, more elevated devotees, they usually say, they don't say like that. They don't say that Paramatma has told them something. We know that the Paramatma is in the hearts of every living beings, and does it mean that elevated devotee, there is no Paramatma but Krishna himself in their hearts, and they say Krishna told them, but newcomers should say that Paramatma told them something. Is it correct, such understanding? Yeah, that's right. Krishna is in the heart of the devotees. Paramatma is in the heart of all the living entities. But Krishna personally is in the heart of the devotees. Да, верно. Параматма находится в сердцах всех живых существ. Но Кришна находится в сердцах своих преданных. А вот получается, все равно преданные говорят, Параматма подсказала. Нам, получается, нужно говорить Кришна, ну, если возникает такая какая-то ситуация, нам не нужно говорить, что Параматма как-то нам подсказывает, уже говорить Кришна. But sometimes devotees, they say, Параматма in my heart has told me something. Does it mean that we should say that Krishna tells us something, not Paramatma? Well, yeah, as you like. Certainly. If Krishna is there, Paramatma is also there. Paramatma is included within Krishna. Да как вам нравится? Если Кришна там в сердце пребывает, то там Параматма, естественно, потому что Кришна включает в себя Параматму. And in Bhagavad Gita, Lord Krishna also says that he says, "From me comes knowledge, remembrance, and forgetfulness." He said, "I am in the hearts of all living entities." So, is it the Paramatma or is it Krishna? And Krishna is there. So Krishna includes the Paramatma. Bhagavad Gita, Krishna говорит, что из меня исходит знание, память, знание, забвение. Я нахожусь в сердцах всех живых существ. Если Кришна там присутствует, то, естественно, и Параматма там будет присутствовать. But it's not wrong. Somebody says Paramatma told me. Это не является чем-то неправильным. Ты говоришь, что Параматма там. Okay. Следующий вопрос. Маджи Враждарани. Хари Кришна, Гуру Махарадж, Хари Кришна, преданные, поклоны примите, смиренные. У меня вопрос перекликается чуть-чуть, наверное, с Хладини Матаджи. Но все-таки я его задам. По кусочкам переводите, пожалуйста, Хитти Матаджи. Хари Кришна, Гуру Махарадж, please accept my humble obeisances. My question is very close to Матаджи Хладини's question, but still I want to ask. Когда преданный молится, может быть, ну, какого-то не очень высокого уровня или высокого уровня,
просто может молиться о бытовых своих делах, помоги мне тут, помоги мне там, что мне делать. Он кому молится? Ну, простой преданный, рядовой. Потому что Кришна, он находится на Голоке Вриндавана. Да, и ему, по идее, он занят другим делом, чтобы выслушивать наши «помоги там, помоги сям». С кем в этот момент преданный выстраивает отношения? Вот можете это пояснить? Спасибо большое. Сейчас попробуем. Угу. Сейчас. When a devotee, not very high level devotee, praying and appeals to with pray to the Lord, he is praying, for example, dear Lord, help me to do that, or help me here, or help me there, maybe in some material affairs. With whom he is trying to build the relationship, because we know that Krishna is always in Goloka Vrindavan, and he's too busy to hear our help me in this thing or help me in that thing. So such devotee, when he's praying about not so elevated things, with whom he tries to build the relationship. Well, it's up to the devotee. Who does the devotee want to build the relationship with? It's up to every individual. You know, each individual has, and they have their own free will. And you can approach Krishna, or you could approach the Paramatma, or you may want to approach Lord Nrsingadev, or you may want to worship Lord Ramachandra. It's up to the individual to choose who they want to approach, who they want to pray to. Итак, это зависит от преданного. Мы знаем, что у нас есть свобода выбора. И с кем преданный хочет развить отношения, зависит от его желания. Мы знаем, что кто-то хочет развить отношения с Кришной, кто-то с Параматмой, кто-то с господом Нрсимхадевой или с господом Рамачандрой. Different people are inspired to worship the Lord in different features. Разные люди вдохновлены поклоняться Господу, который обладает разными качествами. Of course, we're hearing that Paramatma realization is not complete realization. Конечно, мы знаем и слышали, что осознание Параматмы не является полным осознанием. So these people who are approaching the Paramatma, they want to understand that Paramatma is one feature of the Lord, but there's the Supreme Lord above all that, who's eternally living in Vrindavan. Конечно, люди, которые познают аспект Параматмы, должны понимать, что это лишь один из аспектов. И существует Верховный Господь, который всегда пребывает во Вриндаване. So they can pray to the Lord as a Paramatma, and they can also pray to Krishna in Goloka Vrindavan if they want. Они могут молиться как Господу как в аспекте Параматмы, так и Кришне на Голоке Вриндаван. То есть все зависит от нашей осознанности, да? И туда мы и попадем, получается. А как с Параматмой выстраивать отношения? От нашей осознанности, да? То есть мы должны осознанно понимать, с кем мы выстраиваем отношения. Does it mean that all depends on our consciousness, that we should realize with whom we try to build a relationship? Yeah, I don't know if consciousness is quite the right word, but it depends on our devotion, our particular mood of devotion. Different people will be inclined to worship the Lord in different features. Не то, что осознанность, подходящее слово, больше зависит от нашей преданности, от уровня преданности, кому мы хотим поклоняться.
Just like you have the Sri Vaishnavas, you know, the Ramanuja Vaishnavas, they will worship the Lord, the forearm form of the Lord, Narayan. And they considered Narayan to be the supreme. А так у нас есть Шри Вайшнавы, то есть из Сампрадая Рамануджачари. Они поклоняются Господу в четырехрукой форме, Нараяне. Они считают, что он является верховной личностью Бога. We, of course, we worship Lord Krishna, the two-armed form of Lord Krishna. And now some people will worship Krishna in the form of the young child, as we're doing in this month of Damodar. We're worshipping the Lord as Bala Gopal. Некоторые поклоняются Господу в виде формального ребенка. Например, в месяц Дамодар мы поклоняемся Господу в форме Бала Гопала. But usually, you know, the Gaudiya Vaishnavas, they worship the Lord in the form of Navayovana, the eternally youthful form of Krishna, as a young man, 16 years old or like that. And we see Lord Krishna with his eternal consort Radha. We worship Lord Krishna in that form. That's considered to be the supreme form in our Gaudiya Vaishnava line. Гаудия Вайшнава, они поклоняются Господу в форме Навайована, юноша 14 лет. Это считается верховной личностью, верховной личностью Бога для Гаудия Вайшнава. But still we worship Lord Damodar and we worship also Lord Nrisingadev, who is a Vishnu form. And you know, these things are not wrong. Но все-таки мы поклоняемся Господу Дамодаре и Господу Нарисимхадеву, и это не является чем-то неправильным. Может, еще уточнить? Давайте. Вот вы сказали, Гуру Махарадж, что все зависит от преданности преданного. А преданность, она в чем заключается? Ну, в следовании, да, правилам, предписаниям. То есть мы можем думать, что я молюсь Кришне, ну вот, а как тогда рассматривать стих 7.16? Там они преданы Кришне как? Те люди, которые приходят в беде, в нужде. Спасибо. В чем заключается их преданность? Только в словах или у них есть какие-то еще поступки? 7.16 это где говорится о праведниках? Четыре вида, да. Угу. А где в конце, в чем их преданность? Да, то есть они же просто молятся, или у них есть какая-то садана. То есть Гуру Махарадж сказал, все зависит от преданности. Вот что такое преданность? Гуру Махарадж, you have told about the level of devotion. Depends on the devotion of a devotee. And what does it mean? What does devotion mean? I'm just pray to Krishna, or I follow rules and regulations, because in Bhagavad Gita there are four kinds of pious people that come to Krishna. What is their devotion? Just to pray to him? Well, devotion, prayer is also one of the nine angas of devotion, offering prayers to the Lord. Предлагать молитвы Господу является одной из девяти анг преданного служения. But of course, it's what do you pray for, right? Do you pray for something material, like Dhruva Maharaj wanted a kingdom? Но зависит от того, о чем мы молимся. И молимся ли мы о чем-то материальном, например, как Друва Махарадж, он хотел получить царство. Or Gajendra, the elephant, was in distress, and he was praying, he wanted to get free from the crocodile.
Или как Гаджендра, который испытал страдания, он хотел избавиться от крокодила. Or do you just pray for devotional service, birth after birth? Или мы молимся о преданном служении из рождения в рождение. So there's different kinds of prayers, different levels of offering prayers. Существуют разные уровни молитв, разные уровни предложения молитв. Спасибо, Хари Кришна. И поклон привет смирен. Thank you very much. This is my humble obeisances. Матаджи Вриндаван Лила у меня по списку там, правильно? Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Махарадж, Гуру Махарадж, собравшиеся преданные, примите поклоны, пожалуйста. А можно вот, я, конечно, вопрос другой хотела, ну, я задам, но вот чуть-чуть здесь уточнить. А можно узнать, вот если преданный вот в развитии вот этой темы видит, как наставление Гуру, как и Параматму, и Кришну в одном, ну, то есть, если он слышит какие-то, ну, то есть, он а следует наставлениям, он слышит через сердце наставления гуру, и складываются вот такие вот отношения. Ну, то есть, если ты поклоняешься гуру, в плане не поклоняешься, а вот следуешь наставлениям, но через прозрачную среду гуру ты видишь Кришну и его желание. Правильно это понимание? То есть, вот эта преданность гуру проявляется как преданность Кришне. Хотя а понятно, что с Кришной отношений нет. Ага. Давайте вернее, чтобы перевести нам понять. Вопрос в чем? То есть преданный не видит Кришну, но нет, он видит Кришну. Нет, он видит Кришну, но в связи с гуру. Он видит все проявления Кришны через наставление гуру. И думает, что в сердце, да, ему даются какие-то определенные знания, и это, ну, он принимает это как наставление гуру. Это правильно? То есть преданный, как гуру конкретно ему ничего не говорит, он просто видит какие-то в сердце, что у него появляется, и он думает, что это наставление гуру. Понятно? Правильно или нет? Да нет, он говорит и так, и вживую говорит. И, ну ладно, я знаете, что сейчас? Я сейчас расскажу гуру Махараджу, как все проявилось тут. Можно потихонечку, да, переводить? Пожалуйста, хорошо. Хари Кришна. Гуру Махарадж, можно рассказать вам тут вот в Биробиджане, как проявились ваши наставления? Уехали все старшие преданные, и в последнем вопросе, который я вам задавала там по развитию своему, вы сказали, что надо быть гибким, не привязываться к какому-то одному служению. Hare Krishna Guru Maharaj, I just want to share with you how your instructions manifested in here in Biribidjan. We were in the senior devotees with the senior devotees, and I remember your last instruction that you have told that we shouldn't be attached to one service. We should be flexible in service. И да, и когда, ну вот я же книги распространяю. И у нас собралось тут уже вот небольшое сообщество такое, ну, как бы начинающих. И так как старшие преданные уехали, мне не за кем как бы спрятаться. As I try to distribute books, I have kind of a group of beginners. But all the senior devotees, they have left. Да, and I feel myself without protection. Uh-huh. И они хотят общаться, хотят встречаться. И тут получилось, что есть квартира, и мы вот провели в субботу первую встречу. И, конечно же, я увидела все свои как бы пробелы, в чем мне нужно. Ну вот, я хотела попросить ваших наставлений, благословений. Вот сегодня у нас еще встреча, и хотят на регулярной основе встречаться. Как мне сейчас вот проповедь вести? То есть мы начали Бхагавадгиту. Может быть, какие-то практические вещи, что я могу дать? Я поняла, что мне надо дать им знания о душе.
И вот то, что есть, вот по милости вас, может быть, как-то вот проявится, Хари Кришна, эти знания. Потому что я поняла, что знания есть, они просто глубоко сидят, только по вашей милости вот они выходят наружу, Хари Кришна. Уже точно. То есть вы распространяете книги, это те, кто присоединились от Санкиртана, да? Кстати, начинающие, вы сказали. Ну да, 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 мы общаемся. Вы собираетесь, и как вы читаете Бхагавадгиту, и как вам вот просите наставление, как проповедовать им, да? Да, да, Хари Кришна Махарадж. И вот, as a result of Sankirtana, some new people have joined, and we made a kind of a group, and they went together. We met several times, and now we want to continue meeting, but I don't know how to preach them. I feel that I should tell them about the soul. We started to read Bhagavad Gita, and I just want your instructions. How shall I preach to these people? Well, preach to people, yeah, you can use Prabhupada, certainly use Bhagavad Gita, or you can use some of the small book even. You can use like Perfection of Yoga or Beyond Birth and Death. You can use these kind of books. These books are based on Prabhupada's lectures. I read them together. Конечно, вы можете использовать Бхагавадгиту в качестве проповеди, вы можете также использовать тонкие книжечки Прабхупады, например, «Совершенство йоги» или «По ту сторону рождения и смерти». Эти книги были написаны на основе лекций Шрилы Прабхупады. Бхагавадгита, if you read the Bhagavad-gita, then you have to explain to them the, you know, the second chapter. About the soul, the difference between the body and the soul. Если вы будете читать Бхагавадгиту, вам нужно будет объяснить им вторую главу различия души и тела. And you have to also teach them how to chant and get them to use japa beads and how to chant the holy name. И также вам нужно будет научить их, как повторять святое имя на четках. And try to have prasadam if possible. И конечно же, надо угощать их прасадом. Some kind of sweet, maybe a sweet or some fruit that you offer to Krishna and then distribute to them. Какие-то сладости, которые вы предложили Кришне, и предлагайте им. Это понятно, мальчик. Спасибо большое, Гуру Махарадж. А вот еще можно в Дамодара Лилу, ну вот, включить, чтобы они фитильки предлагали включать это? Ну вот сейчас. Я поняла. А can we offer... Can we offer lamp to Дамодара with them in this period? Yes. Yeah, they can also offer a lamp. Get them to offer a lamp. Do Damodar Puja. Да, можете вместе с ними позвольте им предлагать фитильки, господа Дамодары. Anyone can do that. Любой может делать это. Okay. So I think we have to stop here now because we're having a program here. Okay, Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Thank you so much. Hare Bol. Hare Krishna. Devotees.